тебя жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уже окна зажглись. Я шагаю с работы устала. С выступления вокального коллектива «Канта» началась встреча с писателем Дмитрием Абрикосовым. В Интернациональном доме дружбы реализуется проект «Таланты наших земляков». В его рамках организуют вечера с участием творческих личностей. У нас проект совсем молодой. Мы начали его с сентября. У нас были выставки картин Людмилы Онегиной. Был творческий вечер, творчество как «Жизнь» Андрея Борискина. И вот сегодня у нас третья встреча. Дмитрий Абрикосов – наследник двух купеческих семей. От первого лица писатель знакомит с историей кондитеров и меценатов Абрикосовых и хлопчатобумажных магнатов Хлудовых. На основе архивных документов, воспоминаний и рассказов автор описывает события из жизни как его предков, так и всей России. Главное, что это дает какой-то толчок нам, всем, кто его слушает, к тому, чтобы побольше узнать нашу историю и, в общем-то, дает основание гордиться прошлым России. Ну, собственно, я рада, что он приехал. Это не первый приезд его в Пушкино. Дело в том, что у Абрикосовых была усадьба Дубки в Клязьме Тарасовке. Так что наш округ для писателя – это родное место. Дмитрий Абрикосов рассказал об истории его рода, о том, как развивалась их предпринимательская деятельность и как было организовано производство кондитерских изделий в Москве. Я впервые там для себя опробовал живой характер изложения исторических событий. Я не люблю скучную литературу и писанину. Я считаю, что это попытка человека показать, что он умнее других. Я стараюсь пережить то, что я нахожу в архивах и в источниках. Прошлый год у писателя оказался плодотворным. Было написано две книги: «Династия Хлудовых. Наследие и наследники московских купцов» и дополненное новыми материалами второе издание книги «Главные тайны семьи Абрикосовых». Именно с ними и познакомились участники встречи. Такие мероприятия в Интернациональном доме дружбы планируется проводить каждый месяц. И все больше людей узнают о талантах наших земляков. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.